Ну что, мы в прямом эфире, друзья, и вы только что видели барабанщиков, которые каждый вечер на протяжении месяца на Никольской, месте притяжения фанатов со всего мира, поддерживали и создавали отличное настроение. Леша, скажи мне, вот ты как человек, который видел практически весь мир минувший месяц, где были самые красивые болельщицы? Самые красивые – это, конечно, русские. А самые веселые все. Ну, мы очень любим Латинскую Америку и Бразилию, в частности. То есть бразильцы, вот мы видим сейчас бразильских болельщиц, она названа самой красивой. Сейчас на экране вы видите выбор каждой страны. Самая красивая болельщица называется этот видеоролик в интернете. Ну что, мы должны сказать вам спасибо, что вы были отличными послами нашей страны. Спасибо большое, в течение этого месяца. Замечательно, праздник невероятный, невероятные эмоции. Мы зарядились на всю жизнь, мне кажется. Ну что, а сейчас мы перенесемся на встречу русского мальчика с Диего Марадоной. Нам в редакцию пришло письмо о том, что именно только о ему и Владимиру Путину удалось 30 минут пообщаться с легендой футбола. Давайте посмотрим, как парень из Нижнего Новгорода это сделал. Внимание.